находимся в крестьянской избе. Маш, ты так к интерьеру? Исповедь и все. Садись. Женщины ничего не создают. Они могут быть легче во время. Дело в том, что это... Ну, подерем. Нет, совершенно. Ты можешь, естественно. Здесь как а какое? А что? Задуматься, язык здесь, показать. Здесь задумываюсь. Да, он задумается. Ну, нагрешил. Язык, наверное, не стоит. Да я шучу. Нагрешил или не нагрешил? Вот, все окей. А кто это? Нет, здесь не подавляете? А? Нет. Значит, правда, можно было побольше набрать. Да. Ты на хорошо, а где у нас зверобой? Мне, наверное, нужно полкило вот таких вот конфет, если вы сможете сделать. И вот так улавливаем. Спасибо. А вот еще монпасье или... Да, монпасье, которое мы только-только недавно начали изготавливать. Это французская рецептура. Ой, я хочу вот такой монпасье. А это коробочка с чем? Это соломка. Соломка. Прекрасно. А вот это как раз чай, да? Чай. Это чудесный чай. Ой, пожалуйста, мне наберите вот этого всего. А вот та лампа продается? Вы знаете, сейчас она не продается. Но мы учтем ваше желание. Спасибо. Самая лучшая мануфактура 19 века. Здесь продается лавка. А в Москве? Они где-то держали лавку? А мне кажется, они вот в этом встроены были, нет? Ну, они наподобие этих. Там два комбината работали. Да. Посмотрите, какие красота. А прялочные? Готовы? О, смотрите, как здорово. Это здорово. Вообще красота какая. Чтобы не было видно, чтобы не... Плохо, глаза. Подножку вашу не оставляйте? Подождите, да. Вот отлично.
снимает, сказал. Слишком много подошло. Дорогие москвичи, сидим в прекрасном месте, наслаждаемся прекрасным подмосковным вечером в компании Маши, Саши, Саши, Лерочки и прекрасный букет. И прекрасного места Арзаки. Да, я так не поняла, так сказать, в общем-то, к какому мы пришли вообще выводу. Но, наверное, все-таки, что самое главное, это дружба. Это дружба. И не обязательно традиции. И не обязательно дорогая.